Кемпирабадское водохранилище не отдадим, заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с жителями Кушапского Айлукмуту Узгинского района Ужской области. Он сказал, что, учитывая мнение жителей, принято решение не отдавать Кемпирабадское водохранилище соседнему государству. Теперь остановимся на ваших вопросах. Кемпирабадское водохранилище не отдадим. Я говорю как председатель комиссии. Ташиев отметил, что за 30 лет не было построено ни одного водохранилища. Этот вопрос обсуждался в правительстве и скоро начнется работы в этом направлении.